Что происходит с лейбаром, если мы хотим наклонить модель вперед? Лейбар связан с тарелкой перекоса и наклоняется вместе с ней. Лопатки наклоняются. Сам же ось лейбара может свободно качаться. Лопатка находится параллельно плоскости тарелки перекоса. Поднимая тарелку перекоса сзади, опуская спереди, для полета вперед мы имеем вот такое положение лопаток. Спереди и сзади угол лопаток нулевой, слева отрицательный, справа положительный. Такой же угол должен быть и у лопастей для полета вперед. Слева угол атаки меньше, справа должен быть больше.